Сегодня первое поздравление подготовлено для любимой мамы, бабули Тахава Минурсибгатовна. Дорогая именинница, ваш чудесный, светлый день рождения случился вчера. А вот любящий супруг Наи, дочери Алсу, Ильмира, зятя Данис, Марат, внучки Алина и Милана решили продлить его телеподарком. Родная наша, у нас на сердце огромная радость от того, что ты, любимая, милая наша, живешь на свете. За то, что ты рядом с нами и всегда спешишь нам на помощь в любой ситуации. Спасибо тебе за заботу, за любовь, за ласку, за внимание. Желаем тебе и дальше радоваться жизни. Пусть она преподносит тебе только приятные сюрпризы. Дорогая, любимая наша мамочка, не счесть пожеланий тебе в этот час. Всех слов поздравлений не счесть. Спасибо большое тебе от всех нас. Спасибо, что ты у нас есть. Пусть солнце без устали светит тебе. Пусть жизнь полна будет везения. И пусть в твоей доброй, счастливой судьбе еще будет 100 дней рождения. Желаем тебе, чтобы только успех был в жизни. Печали не грамма. Ведь мама – главное слово для всех. И ты – наша лучшая мама. Минурсибгатовна, мы все хотим пожелать вам долгих лет и крепкого здоровья, молодости, красоты, силы. И пусть всегда не только в день рождения исполняются заветные мечты. Дорогая именинница, в такой чудесный день и час ваша семья приготовила для вас еще и музыкальный подарок. Я твои целую руки, мне с тобой тепло, как в детстве. Я люблю тебя. Образ твой года не старят, серебро в висках пустает, и усталости не знает век душа твоя. Так люблю твой голос нежный, мама, мне молитвы ты шептала, их разлуки так мне не хватало. Бог храни тебя. Так люблю твой голос нежный, мама, мне молитвы ты читала, их разлуки так мне не хватало. Бог храни тебя. Значит, сбудутся мечты, небеса с тобою плачут, если плачешь ты. Образ твой года не старят, серебро в висках пустает, и усталости не знает век душа твоя. Как люблю твои я, все муки, лучше мамы не найти подруги. Бог храни тебя. Как люблю твои я, мама, руки, ты обнимешь про все муки, лучше мамы не найти подруги. Ах, Бог
говори, моя, моя. Бог храни тебя, моя мама.